Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео по предыдущему видео голосованию я хочу предоставить вам лидерам. Это вот такой замечательный поросеночек с метелочкой. Я выставляла три вида. Вы проголосовали больше голосов за вот такую замечательную игрушечку с метелкой. Подойдет такая игрушка как в преддверии подарка Нового года, предстоящего года свиньи 2019, так и в принципе на любые случаи и поводы, которые лишь только возможны. Можно такую игрушечку сделать в виде подвесочки на елочку, либо бутылочку шампанского, также подойдет в виде магнитика на холодильник. Я сегодня вам хочу показать, как связать вот такую замечательную метелочку с поросенком и как это все собрать, а затем вы сможете украсить на свой вкус и на свое усмотрение. Сейчас очень много декорированных различных мелочей предоставляют нам магазины фурнитуры. Вот, поэтому вы сможете здесь прикрепить как различные пожелания, так и какую-то елочку, если это подарок на Новый год, так и различные ленточки, бантики, бусинки. В общем, все, что хотите на свое усмотрение или что есть в наличии шкатулки. Очень мало затрата по времени и очень мало затрата по материалам. Я сегодня хочу максимально подробно углубиться в изготовление данной игрушечки. Вы же сможете ее потом преобразить на свое усмотрение. Я надеюсь, что вам все понравится. Не забудьте лайкнуть. Всех с наступающим 2019 Новым годом. Желаю вам творческих успехов, вдохновения, ровных петелек и приступаем к вязанию. Для вязания я буду использовать чистый хлопок. Это фирма Alize, серия называется Bella, 50 граммов, 180 метров. Нам понадобится два цвета. Это нежно-розовый для свинки и оранжевый для метлы. Хотите, можете использовать абсолютно любую пряжу, но я рекомендую вам взять пряжу максимально подобную по толщине. Так вам будет удобнее и проще подстроиться, скажем, под размеры соотношение свинки к метле. То есть я буду показывать вам из такой пряжи по толщине. Вы можете использовать два любых цвета, но по отношению друг к другу одинаковые по толщине. Вот. Также нам понадобится крючок. Я буду использовать 1,75 под данную пряжу номер. И понадобятся ножнички, иголочка для сшивания деталей, два глазика. Наполнитель у меня будет обычный холофайбер. И также нам понадобятся абсолютно любые для украшения детальки. Это, возможно, какая-то маленькая елочка деревянная, если это, к примеру, на Новый год подарочек, если же это подвесочка на елочку, либо же это, возможно, магнитик на холодильник. Хотите, можете использовать абсолютно любые нашивки, деревянные, железные, различные нашивки с пожеланиями, буквочки, пуговички, бусинки, возможно, это какие-то атласные ленточки. В общем, все, абсолютно все для того, чтобы потом в дальнейшем украсить ваш веничек. Начнем мы вязание с метлы, поэтому берем ниточку не розовую, а какую вы приготовили другого цвета. У меня это оранжевая. Далее делаем начальное кольцо амигуруми. Для этого рабочей ниточкой обхватываем два пальчика, придерживаем краешек ниточки и делаем начальную обычную закрепительную петельку. Если вы потянете за короткий краешек, у вас колечко будет сужаться в размерах. Далее в это кольцо нам нужно провязать 6 столбиков без накида. Первый столбик. Сюда же второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку на крючке и стягиваем колечко таким образом, чтобы по центру не оставалось у вас никаких дырочек. Далее второй ряд. Мы в первое колечко, в первую петельку колечко, вот в эту, вводим крючок. И постепенно я буду, провязывая этот ряд, завязывать вот этот краешек ниточки, накладывая на крючок. То есть вот таким вот образом. И будем чередовать в этом ряду, провязывая в первую петельку столбик без накида, во вторую каждую прибавление делать. То есть в первую петельку мы вяжем один столбик без накида. Вот так. В следующую петельку, вторую, делаем прибавление. То есть 2 столбика без накида в одну петлю. Первый столбик и сюда же второй столбик. Вот так нам нужно повторить еще 2 раза. Третью петельку мы вяжем 1 столбик. Четвертую петельку делаем прибавление. То есть 2 столбика без накида. Возможно, у вас ниточка будет делиться. Будьте осторожны, чтобы не увеличить количество петелек и провязывать за все ниточки, вот эти, которые делятся. И третий раз. Один столбик без накида и делаем прибавление.
После провязывания второго ряда у нас добавилось 3 петельки, так как мы сделали 3 прибавления, поэтому в конце второго ряда у нас по кругу 9 петелек. Далее, вот этот хвостик ниточки, если вы точно так же, как и я, завязывали, отправляем вперед. Он нам покажет, что это начало следующего ряда. И далее с 3 по 9 ряд, то есть 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, 7 рядочком, нам нужно провязать по кругу наши получившиеся 9 столбиков без накида. То есть все 7 рядочков мы будем по кругу вязать лишь только эти 9 столбиков без изменения. И у нас получится такая вот ручка, держачок для нашей метлы. Итак, в первую петлю первый столбик, во вторую петлю второй столбик без накида. Далее в третью петельку третий столбик без накида. Четвертый столбик в четвертую петлю. И так вот по столбику. Первые два ряда вам будет достаточно тяжело вязать, потому что мы только начали. Но потом в дальнейшем вы приловчитесь, и все у вас будет получаться. И вот так вот вяжем до самого конца третьего ряда наши 9 столбиков. У меня это осталось 2 петельки по столбику. И точно так же далее продолжаем вязать 4 ряд, 5, 6, 7, 8 и 9. То есть еще 6 рядочков по кругу 9 столбиков. После того, как провязали 7 рядочков, у нас получилась вот такая трубочка. Теперь вот эту ниточку мы отрезаем. Она нам больше здесь не нужна. Она нам будет служить как маркер для вязания последующих рядочков. То есть мы вот так вот ее натягиваем и ставим как отметочку в начало следующего ряда. Сейчас у нас по счету начало 10 ряда. В 10 ряду мы будем чередовать 2 столбика без накида и в каждую третью петлю ряда делать прибавление. То есть первую петелечку мы вяжем первый столбик без накида. Во вторую петелечку поворачиваем нашу трубочку, вторую петелечку вяжем второй столбик. И далее в третью петлю вяжем 2 столбика без накида, то есть делаем в третью петельку прибавление. Первый столбик и сюда же второй столбик. Мы так сделали один раз. Нам нужно повторить еще 2 раза. Первый столбик в одну петлю, то есть уже по счету это 4 петля ряда. Вот так вот. Далее в следующую петельку снова столбик. И в третью петельку по счету или в шестую уже петлю ряда вяжем прибавление 2 столбика без накида в одну петельку. Первый столбик и второй столбик. Здесь достаточно тугое вязание получается, потому что очень маленький диаметр трубочки этой. Но вы постарайтесь, и все будет замечательно. И третий раз повторяем. Седьмую, восьмую петлю вяжем по одному столбику. Вот так вот. Один столбик. Сейчас у меня ниточка делится, ниточка маркера, которую мы поставили. Я ее, пожалуй, вытащу. Я просто один раз провяжу столбик-столбик прибавления. Вот так. Будет удобно и хорошо. Вот. Третий раз вяжем столбик раз, столбик два и прибавление. Два столбика без накида в одну петлю. Если вам также неудобно пока ставить ниточку, потому что диаметр вот здесь, посмотрите, какой маленький, то пока можете просто просчитывать. Столбик-столбик, прибавление, столбик-столбик, прибавление и третий раз столбик-столбик, прибавление. После вязания 10 ряда у нас сейчас по кругу 12 столбиков. Вот при вязании 11 ряда мы должны будем провязать в каждую петлю, образовавшуюся после 10 ряда, по одному столбику. То есть в каждую петельку вяжем и можем отсчитать сейчас 12 столбиков без накида. В первую петлю первый столбик, во вторую петлю второй столбик, в третью петлю третий столбик, далее четвертый столбик, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. И последние два столбика, 11 и 12. Последний столбик у вас должен располагаться над петлей прибавления предыдущего ряда. То есть вот оно у вас прибавление, третье в 10 ряду, и над ним два столбика. Вот это и есть конец ряда.
Все, мы провязали 12 столбиков по кругу, теперь в 12 ряду мы должны будем снова чередовать, но по одному столбику и делать прибавление в каждую вторую петлю ряда. То есть увеличить наше количество петель на 6. Получается, сейчас я все-таки рискну еще раз поставить ниточку в начало ряда, уже в принципе достаточно широкий, скажем, диаметр нашей трубочки. Вот, поэтому я все-таки рискну. Итак, в первую петельку вяжем первый столбик, во вторую петельку прибавление, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. Далее снова столбик чередуем, это уже третья петля. И в четвертую петельку делаем прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю. Первый столбик и второй столбик. Так как я поставила ниточку в начало ряда, ну как бы наш маркер, то я не буду отсчитывать, какая-то петля по счету в ряду. Я просто буду чередовать, в одну петельку вязать 1 столбик, во вторую петлю вязать 2 столбика, то есть прибавление. И снова столбик, прибавление. В конце этого ряда у нас получится по кругу 18 провязанных столбиков без накида вместе с петлями прибавления. И вот так вот столбик, прибавление. Конец ряда у нас должен заканчиваться петлей прибавления, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. Если все так, то вы провязали, прочередовали все правильно. И вот так вот в последнюю петлю, вот она у нас идет прибавление. Закончили вязать до конца прибавления, у нас по кругу 18 столбиков или 18 петель. И в 13 ряду мы эти 18 петель, я отмечаю снова начало ряда, провяжем просто в каждую петельку по одному столбику. Начиная с первой петли, я провязываю в каждую петлю по одному столбику. И так 18 раз. Довязали до конца наши 18 столбиков. И сейчас я вот эту ниточку не буду трогать. Я просто буду смотреть то, чтобы наша последняя петля была над последней петлей. Вот там, где ниточка, то есть над предыдущего ряда последней петлей. То есть, чтобы нам вот эту ниточку каждый раз не подвигать, я просто буду ориентироваться по ней, что это начало ряда. И сейчас у нас начало получается по счету 14 ряда. Мы будем чередовать столбик-столбик и в каждую третью петлю ряда делать прибавление. То есть, первую петлю мы вяжем 1 столбик без накида. Во вторую петлю мы вяжем второй столбик без накида, а в третью петлю делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Один столбик и сюда же второй. Далее подвигаем, снова вяжем столбик, в следующую петлю второй столбик и в следующую петлю третью петельку по счету прибавление или в шестую от начала ряда. Снова столбик-столбик по одной петельке, вот так вот столбик, в следующую петлю второй столбик. И в третью петлю прибавление. Так как я ориентируюсь, где у меня начало, конец ряда, то я просто столбик-столбик прибавление. Хотите, можете отсчитывать в первую петлю, делать прибавление в шестую, в девятую, в двенадцатую. В общем, в каждую третью петлю ряда. И вот так вот продолжаем, делаем прибавление до конца 14 ряда. Тем самым у нас добавится еще 6 раз по одному столбику без накида. И в конце ряда у нас должно получиться по кругу провязано 24 столбика. Затем в следующем ряду от начала ряда, от начала отсчета, в 15 получается, мы должны будем эти 24 столбика по кругу провязать в каждую петельку по столбику. Вот я делаю последнее прибавление, и у меня в итоге довязывается 24 столбик. Следующий ряд 24 столбика в каждую петельку вяжем по одному столбику. То есть мы вот так вот будем чередовать ряд с прибавлениями, ряд просто столбики без накида, как мы с вами сделали 10 ряд, начали прибавление после трубочки делать. Затем 11 ряд, это 12 столбиков. В 12 ряду сделали прибавление, в 13 ряду провязали 18 столбиков. В 14 ряду сейчас до конца делали прибавление, и теперь в 15 ряду по чередованию это просто ряд без прибавления, 24 столбика по кругу. Довязали до конца 15 ряд, в 16 ряду мы будем чередовать 3 раза по столбику в каждую четвертую петлю делать прибавление. То есть первую петельку мы начинаем вязать первый столбик, во вторую петлю второй столбик, третью петлю третий столбик, а в четвертую петлю делать прибавление 2 столбика без накида
первый столбик и сюда же второй столбик. И вот так снова добавлять в этом ряду 6 столбиков. Для этого вяжем первый столбик без накида в одну петлю, во вторую петлю второй столбик без накида, в третью петлю третий столбик без накида, а в каждую четвертую петлю ряда делаем прибавление. 2 столбика без накида вяжем в одну петлю. И в конце 16 ряда у нас должно получиться 30 столбиков без накида по кругу. Довязали до конца прибавления, и теперь для удобства я переношу маркер снова в начало ряда. По счету у нас сейчас начало 17 ряда, 2 ряда, 17 и 18, нам нужно провязать по кругу без изменения наши 30 столбиков без накида. Начиная с первой петельки, вот так вот идем и провязываем от маркера до маркера или от ниточки до ниточки, если вам проще понимать. 17 ряд, просто 30 столбиков по кругу в каждую петлю по столбику. И точно так же провяжем еще один 18 ряд. Довязали до конца 18 ряд, и все, 2 ряда позади из 30 столбиков. Теперь в 19 ряду по счету нам нужно добавить снова 6 петелек. Для этого мы будем чередовать 4 раза по столбику в каждую петлю, и в каждую пятую петлю ряда будем провязывать прибавление, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. И отсчитываем. В первую петелечку вяжем первый столбик, далее в следующую петелечку второй столбик, в следующую петелечку третий и в следующую четвертый. А далее в пятую петлю делаем прибавление. 2 столбика без накида, первый столбик и сюда же второй. И вот так вот 30 делится отлично на 5, соответственно добавится 6 столбиков по кругу. Делаем первый столбик, в следующую петлю второй столбик, в следующую петлю третий. И в следующую петлю четвертый. В пятую петельку делаем 2 столбика без накида, то есть прибавление. Вот так чередуем до конца ряда. 4 столбика прибавление, 4 столбика прибавление. Если вы присмотритесь, то у вас четко видны здесь прибавления, но и в то же время они такие вот не совсем, скажем, навязчивые, еле-еле заметные. Благодаря этим расширениям у нас идет вот такое вот, скажем, расширение, и в итоге получается, вот если вот так вот сложите пополам, то такой вот как бы веничек. Вот нам нужно этот веничек сейчас расширить, и это последний ряд расширения. Затем мы провяжем просто его высоту, поэтому продолжаем дальше чередовать 4 столбика прибавления, а затем будем провязывать высоту, начиная с 20 ряда. Довязали прибавление до 36 столбиков по кругу. Я считаю, что этого достаточно, поэтому я переношу ниточку в начало 20 ряда. И теперь, начиная с 20 по 23 ряд, то есть 4 ряда, я хочу провязать высоту венчика. Хотите, можете провязать немножечко больше. То есть получается по кругу 36 столбиков без накида, нам нужно провязать 4 ряда. Я отметила начало ряда и начинаю провязывать в каждую петельку по столбику. 20, 21, 22 и 23 ряд без изменения и прибавлений. Довязали все 4 ряда величины, и теперь я привытаскиваю вот эту крайнюю петельку и складываю пополам. Вот он у нас и получается веничек. Для того, чтобы он держал форму и максимально был, скажем, устойчивый к, в общем, держанию головы, то нам нужно сейчас немножечко наполнить. То есть, смотрите, мы вытаскиваем все маркеры, то есть все ниточки. Берем немножечко нашего наполнителя. Я для удобства всегда использую ножнички, когда наполняю. И нам нужно вот в эту трубочку, которая у нас в самом начале была вязание, немножко наполнить, то есть чтобы она была такая вот устойчивая и плотненькая. Вот так я наполняю вот эту трубочку. И сейчас покажу, что мы будем делать дальше. Вот так трубочка наполнена, и теперь подтягиваю на крючок обратно петельку и складываю пополам полностью веничек. То есть наши 36 петель пополам, это получается 18 с верхней стороны и 18 с нижней стороны столбиков, вот так вот косички рядом. И теперь мы будем их сшивать, придавая такой вид веничка. И я вам рекомендую вводить крючок за обе полупетельки, вот она у нас полупетелька, как мы вяжем столбики без накида, как в одну сторону, так и во вторую. И провязывать либо столбик без накида, либо соединительный столбик. Я буду провязывать соединительный столбик, соединяя просто вот так вот с одной стороны и с другой стороны, постепенно вводя
каждой петельки стеночек боковых и делать соединительную петлю или соединительный столбик. То есть вот так вот мы сшиваем веничек. Вот. В каждую петельку сшиваем обе боковые стороны. И когда мы дошиваем где-то до середины, я вам предлагаю немножечко тоже веничку придать форму, поэтому я слегка наполню наполнителем и вот эту часть, которая у нас, скажем, расширенная, вот эту часть. Вот. И тогда дальше дошиваем до самого конца, для того, чтобы наш наполнитель не вытаскивался. Ну и в то же время соединить, скажем, два края. Вот. И придать плоскую форму вот этой части. Вот так шили некоторое расстояние. И теперь берем, привытаскиваем снова крайнюю петельку и берем наполнитель. Наполнителя я беру не слишком много, но и в то же время, чтобы у нас получилась форма, я максимально, скажем, наполнитель наш сюда вот в уголочек подгоняю и к держачку. Вот, конечно же, чтобы второй уголочек у нас не был пустой, нам нужно и в нем оставить наполнителя. Вот, ну, в принципе, вот так вот как-то это и выглядит. Вот, то есть вы видели, сколько я взяла наполнителя. И вот сейчас мы просто дошиваем до второго уголка расстояние, которое осталось. Точно так же я продолжаю, придерживая наполнитель с внутренней стороны, нам нужно для того, чтобы он не вытаскивался. Продолжаем в косички, на которых остановились, сшивать до самого уголка расстояние, вот это, через которое наполняли. И когда у нас остается до конца вот здесь буквально одна или две петельки, точно так же их прошиваем и вытаскиваем соединительным столбиком. Теперь делаем одну воздушную петлю, которую хорошо-хорошо затягиваем на крючке. И вторую. И теперь обрезаем нашу ниточку. Она нам больше не нужна. Хотите, можете ее спрятать во внутреннюю сторону. Хотите, можете оставить, как она и есть. Торчащая. Я, пожалуй, ее спрячу на внутреннюю сторону. Мне она не очень нравится. Для этого продеваю крючок вовнутрь. И где-то вытаскиваю вот этот хвостичек, чтобы он нам не мешал. В дальнейшем вот так. Хорошо-хорошо подтяните его и зацепите. Вот. Сейчас я его вытащу на внутреннюю сторону. Все, он нам не будет мешать. И вот так у нас получилась сшитая с двумя уголочками метелка. Для того, чтобы она приобрела больше похожий вид, я беру теперь ниточки, которые у нас отрезаны. И отрезаю хвостик где-то, ну, чтобы нам было удобно, порядка 3-4 сантиметров. Если вам не жалко, то можете отрезать 4 сантиметра. И так как мы поделили пополам наше общее количество петель по окружности, то есть 18, то нам нужно нарезать вот таких 18, можно даже 20 отрезочков. Сейчас мы посмотрим, сколько нам понадобится для того, чтобы продеть. Вот, сейчас я вот таким вот образом нарезаю 20 отрезочков. Я всегда беру с запасом, в принципе, что такое 4 сантиметра ниточки. Вот. И вот так вот нарезаю. Будем сейчас делать из нашего, можно сказать, конуса с лучкой метелку. Ниточки нарезаны. И теперь берем в руки нашу заготовку и находим самый уголочек с одной стороны. Вот он у нас с одной стороны. И продеваем сквозь него крючок таким образом, чтобы у нас получилось захвачено, ну, как бы две полупетельки. То есть вот так. Максимально плотная часть уголка. Вот. И теперь берем наш коротенький вот этот хвостик ниточки и продеваем сквозь это отверстие. У нас получилась петелька. Теперь сквозь эту петельку продеваем хвостики и хорошо-хорошо затягиваем. Далее так повторяем абсолютно с каждой косичкой, которая у нас получилась. Хотите, можете продевать сквозь вот так вот две полупетельки. Но старайтесь это делать максимально близко друг к другу. То есть в каждую петельку над каждым столбиком. Продеваем петлю. И сквозь эту петлю продеваем хвостики.
я захватываю, обратите внимание, две стеночки. То есть и вот эту переднюю, которая максимально близко здесь находится, и дальнюю. То есть я как бы прошиваю крючком обе стеночки. И вот так вот захватываю я краешки ниточек, делаю петлю. И сквозь петлю продеваю вот эти хвостики, затягивая очень хорошо, обратите внимание. То есть нам нужно, чтобы в процессе эксплуатации данной игрушки не рассыпалась вот эта часть. Поэтому берем, хотите, можете узелочки делать, но я в принципе вот так всегда делаю, этого достаточно, хватает. И вот так вот в каждый столбик или в петлю соединительную, как вам удобнее понимать, делаем вот такие вот петелечки, затяжечки, и хорошо затягиваем вот наши хвостики, вот так подтягиваем, чтобы хвостики были равномерные и красивые. Посмотрите, какие они получаются один в один. Можете даже вот так вот подтягивать, каждый раз все хвостики лишними не будет. И вот так я делаю до следующего уголка, полностью по всей нижней части. Не обращайте внимания на то, что они у вас сейчас торчат и такие смешные и неравномерные, не одинаковой длины. Вот мы потом, после того, как закончим вот это все делать, мы их просто отрежем, подровняя на нужную нам высоту. Продев до самого-самого-самого уголочка вот такие вот шнурочки наши, у нас получился вот такой лохматый чудик. И теперь этого лохматого чудика нам нужно привести в порядок. Для этого берем самые максимально острые ножницы, которые у вас только есть. Вот. И определяем, на какую длину мы будем отрезать. Я отрезаю обычно не слишком длинную длину, то есть где-то около 7-8 мм. Этого вполне достаточно. Вот. И равномерно вот таким вот образом, слегка можете прирастянуть. Вот. Отрезаем на нужную нам длину по всей окружности или полуокружности, как вам проще понимать. Вот. После того, как мы отрезали вот это наше чудовище, приводим его в порядок, где-то, возможно, подравниваем. Вот. Хотите, по желанию, можете распушить, но я, в принципе, обычно вот так и оставляю. Можно чуть покороче, можно чуть подлиннее, то есть это все зависит от вашего желания. Обычно я вытягиваю вот эти уголочки в разные стороны, вот, чтобы они слегка даже, я бы сказала, торчали. Вот. Можете поровнее отрезать, можете вот так вот и оставить, какой первый раз, скажем, вы отрезали. Вот. Главное, чтобы максимально было ровное с двух сторон, ну, то есть вот по краям. Вот. И теперь, сделав нашу основку, метелочку, мы приступаем к вязанию головы. Для головы берем ниточку розового цвета и начинаем вязать обычный шарик любым диаметром. Я вам сейчас покажу свой вариант. Вы можете его уменьшить либо увеличить с помощью меньшего количества провязанных рядочков. Делаем начальное кольцо амигуруми, которое мы делали в начале вязания метлы. И в колечко набираем привычное для нас 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. 5 и 6. Придерживаем крайнюю петельку на крючке и стягиваем кольцо. Стягиваем таким образом, чтобы не получилось внутри по центру дырочки. И теперь находим первую петельку, которую мы набирали в первом столбике без накида в кольцо. И начинаем вязать первый ряд. Вот так вот вводим крючок, и снова я буду по ходу вязания первого ряда прятать краешек ниточки, для того, чтобы мне потом в дальнейшем его не пришлось прятать и, скажем, чтобы наше вязание не распустилось. И теперь, начиная со второго ряда, мы будем делать прибавление в каждую петлю по одному столбику без накида. То есть мы, получается, сейчас набрали 6 столбиков, в конце второго ряда у нас получится 12. Первую петлю вяжем 2 столбика без накида, то есть прибавление. Во вторую петельку снова делаем второе прибавление, 2 столбика без накида. В третью петельку снова прибавление и так далее. В каждую петлю делаем прибавление. Один. И в эту же петелечку второй раз. Снова в четвертую петлю первый столбик,
и сюда же второй. Пятую петлю первый столбик и сюда же второй. И в шестую последнюю петлю первый столбик и сюда же второй. Все, сделали прибавление, и в конце ряда у нас добавилось 6 столбиков. После провязывания второго ряда у нас получилось 12. В третьем ряду мы продолжаем делать прибавление, провязывая первую петлю 1 столбик без накида и в каждую вторую петлю ряда делать прибавление. То есть снова добавлять 6 столбиков без накида в конце ряда. Первую петлю вяжем 1 столбик, во вторую петлю прибавление 2 столбика без накида, первый столбик и сюда же второй. Далее снова петельку делаем столбик в третью, в четвертую делаем прибавление 2 столбика без накида. Пятую петельку столбик, шестую петельку делаем прибавление 2 столбика без накида. Седьмую столбик, восьмую прибавление 2 столбика. В девятую столбик, в десятую 2 столбика. В одиннадцатую петлю делаем столбик и в двенадцатую петлю делаем последнее прибавление, то есть 2 столбика без накида. И конец ряда. В третьем ряду у нас по кругу должно остаться 18 провязанных столбиков вместе с прибавлениями. Далее вот этот хвостик я перекидываю в начало ряда и отмечаю начало следующего ряда. Сейчас в четвертом ряду мы будем чередовать столбик, столбик и в каждую третью петлю ряда делать прибавление, провязывать 2 столбика без накида. Итак, первую петельку начинаем вязать столбик, во вторую петельку второй столбик и в третью петлю над прибавлением предыдущего ряда вяжем прибавление в этом ряду 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик 1, в следующую петлю столбик 2 и в третью петлю ряда прибавление или в шестую петлю от начала самого ряда. То есть получается над прибавлением предыдущего ряда, вот оно у нас прибавление в этом ряду. Снова столбик 1, столбик 2 и в третью петлю прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик 1, в следующую петлю столбик 2 и в третью петлю прибавление. Снова столбик 1, столбик 2. И в третью петлю прибавления 2 столбика без накида, первый столбик и сюда же второй столбик. И третий раз последний, шестой раз последний, делаем столбик, столбик и в третью петлю прибавления. 2 столбика без накида, это последняя петля ряда. Если вы хорошо присмотритесь, то у нас прибавления в четвертом ряду идут над прибавлениями третьего ряда. И во втором ряду, как вы помните, мы делали сплошные прибавления, то есть из прибавления идут вот такие вот 6 граней, которые у нас будут на протяжении вязания расширения вот так вот как бы увеличиваться. И если вы посмотрите, вот так четко видны уголочки. Вот в этих уголочках и есть прибавление. Маркер я не перетаскиваю в начало следующего ряда. Он у меня пока, как вы помните, присоединен. Я его не отрезаю. Я буду ориентироваться, что здесь начало-конец ряда. И далее нам нужно в пятом ряду снова добавлять петельки. Мы будем чередовать уже 3 раза, провязывая по столбику без накида. И в каждую четвертую петлю ряда делать по прибавлению. Первую петельку столбик без накида. Вторую столбик. Третью петлю столбик и в четвертую прибавление 2 столбика без накида в одну петлю над прибавлением, обратите внимание, предыдущего ряда. Далее снова столбик 1, столбик 2 раз, столбик 3 раз и в четвертую петлю 2 столбика без накида или в восьмую петлю от начала этого ряда. Далее снова столбик, столбик и третий раз столбик, а затем прибавление. Третий раз столбик и затем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Вот так чередуем до конца этого ряда. 3 раза по столбику в каждую петельку, в четвертую петлю над прибавлением предыдущего ряда, прибавление в этом ряду. Довязав пятый ряд, в конце ряда у нас должно получиться 30 столбиков без накида, провязанных по кругу вместе с прибавлениями. И в шестом ряду мы с вами продолжаем делать прибавления, чередуя 4 раза уже столбик без накида в каждую петельку из 4, а в каждую пятую петлю ряда делаем прибавление, то есть снова добавим 6 петель
по вот этим нашим уголочкам. В первую петлю вяжем первый столбик, во вторую петлю второй столбик, в третью третий, в четвертую четвертый, а далее в пятую петлю вяжем прибавление. Над прибавлением предыдущего ряда 2 столбика без накида, первый столбик и сюда же второй столбик. Так первый раз, и нужно продолжить еще 5 раз до конца ряда. 4 раза по столбику, в одну петлю, во вторую, в третью и в четвертую, а в пятую петлю над вот этим вот уголочком прибавления вяжем прибавление второе в этом ряду. Первый столбик и сюда же второй столбик, то есть в каждую пятую петлю. И вот так вот тоже у нас увеличится круг, получится по кругу вязания в шестом ряду 36 столбиков без накида вместе с прибавлениями. Увеличили кружочек до 36 столбиков, и начиная с 7 ряда нам нужно провязать 6 рядочков, то есть 7, 8, 9, 10, 11, 12 ряд, просто без изменения, 36 столбиков по кругу, в каждую петлю провязывая по столбику. Для этого я рекомендую вам отрезать вот эту ниточку, если она у вас связана, если нет, то с изнаночной стороны ее фиксируете и отрезаете краешек. И далее эту же ниточку я поставлю в начало седьмого ряда, для того чтобы понять, где у меня начинается, где заканчивается ряд. И я начинаю вязать с первой петли каждую петлю по столбику. Так, седьмой ряд, 36 столбиков, 8, 9, 10, 11 и 12 ряд без изменения. Связали 6 рядочков, и у нас получилась глубина головы связанная. Теперь мы начинаем делать убавление в таком же порядке, как и делали на возрастание, скажем, на увеличение вот этого донышка. То есть мы закончили прибавление на 4 столбиках без накида и далее делали в каждую петлю прибавление. Сейчас мы точно так же будем делать, но в обратном, скажем так, порядке. Мы будем провязывать 4 столбика и делать убавление. Начинаем с первой петли. Хотите, можете отметить начало ряда. Я возьму ниточку контрастного цвета. Хотите, можете абсолютно использовать на свое усмотрение. Но для того, чтобы не запутаться, я всегда рекомендую отмечать хотя бы начало ряда и ориентироваться, где она находится. Теперь начинаем. Первую петельку вяжем первый столбик без накида. Далее второй столбик, следующую третий и следующую четвертый. Провязали 4 столбика в каждую петельку из 4 первых петель. И далее мы делаем убавление. Убавление есть два способа основных, которыми пользуются в принципе для вязания игрушек амигуруми. Первое — это захватываем с первой петли рабочую ниточку и со второй петли рабочую ниточку. И сквозь 3 петли делаем общую вершинку. Это первый способ убавления. И второй способ убавления, которым пользуюсь я и всегда рекомендую, он менее заметный, это захватывать только лишь передние стеночки косички первой петли и второй. То есть на крючке получается сейчас 2 полупетли и 1 рабочая петля. Захватываем рабочую ниточку, пропускаем сквозь 2 полупетли сначала на крючке 2 петли и затем делаем общую вершинку 2 петель. Вот таким вот образом менее заметное и аккуратное более убавление. Далее повторяем снова 4 столбика подряд. Первый столбик, далее второй столбик, третий и четвертый. И снова делаем убавление. Захватываем лишь только передние полупетли 2 следующих петель. 5 и 6 получается по счету. И далее пропускаем рабочую нить, захватывая сквозь 2 полупетли на крючке. Вот так вот. И далее делаем общую вершину тех 2 петелек, которые у нас остаются на крючке. То есть это петля из рабочей нити и рабочая вот эта ходовая наша петля. Вот так. И далее снова 4 столбика убавления, 4 столбика убавления. Так чередуем до конца ряда и следите, чтобы ниточка у вас опять же таки не делилась. Прочередовали 6 раз 4 столбика и делали убавление. В конце 13 ряда у нас убавилось 6 петель. Соответственно, 36 минус 6, 30 петель по кругу осталось. В 14 ряду мы будем уменьшать количество столбиков между убавлениями. То есть теперь мы будем вязать 3 столбика без накида и делать затем убавление. В начальную вот здесь вот петельку делаем первый столбик, далее следующую второй столбик и в следующую петлю третий столбик. А теперь захватываем 2 передние полупетли 2 последующих петель, то есть 4 и 5 полупетли, захватываем рабочую нить, пропускаем сквозь 2 полупетли на крючке, а затем сквозь 2 петли, которые уже у нас есть на крючке.
Затем снова 3 столбика подряд чередуем. 1, 2, 3. И далее следующих 2 петелечки захватываем только передние полупетли. Пропускаем сквозь них рабочую ниточку и сквозь 2 петли на крючке оставшиеся также пропускаем рабочую ниточку. Сделали 2 убавления в ряду. И так чередуем еще 4 раза. 3 столбика убавления, 3 столбика убавления. В конце 14 ряда у нас убавится снова 6 петель. Поэтому в конце получится по кругу 24 столбика вместе с убавлениями. В 15 ряду чередуем уже 2 столбика без накида и делаем убавление. Первую петельку делаем столбик первый, во вторую петельку второй столбик, а далее третью и четвертую полупетельку захватываем лишь за передние стеночки, вот эти полупетельки ближайшие, и сквозь них пропускаем рабочую нить, и сквозь 2 петли на крючке пропускаем снова рабочую нить. То есть снова чередуем столбики и убавления, но уменьшаем количество столбиков между убавлениями. Вяжем 2 столбика поочередно в каждую из 2 петелек, а далее каждую третью и четвертую полупетлю лишь только захватываем ближайшую и вяжем сквозь них сначала рабочую ниточку сквозь 2 полупетли, а затем сквозь 2 рабочие петли на крючке пропускаем снова рабочую нить. То есть делаем 2 столбика убавления, 2 столбика убавления и так еще 4 раза. Убавится снова 6 петель и поэтому в конце 15 ряда у нас останется по кругу провязанных 18 столбиков вместе с убавлениями. Довязали до конца ряда и количество петель у нас, как вы видите, сокращается. И теперь в 16 ряду мы продолжаем сокращение, чередуя столбик убавления, столбик убавления. То есть у нас сократилось до 1 столбика между убавлениями. В первую петлю делаем первый столбик без накида. Далее поворачиваем вязание для удобства и захватываем лишь только 2 передние полупетли следующих 2 петелек. Пропускаем сквозь них рабочую ниточку и сквозь 2 петли на крючке также пропускаем рабочую ниточку. Сделали первое убавление, далее столбик и делаем второе убавление. 2 передние полупетельки захватываем, пропускаем сквозь них рабочую ниточку и сквозь 2 петли на крючке рабочую ниточку. Так сделали 2 убавления. Нам нужно самостоятельно еще доделать 4 убавления. И в конце 16 ряда по кругу у нас останется всего лишь 12 петелек. Довязали 16 ряд, теперь привытаскиваем ниточку к последней петельке, убираем маркер, он нам больше не нужен. Сейчас через оставшиеся отверстия я, например, с помощью ножничек обычно начинаем наполнять здесь вот холофайбером. И вот так вот я проталкиваю до тех пор, пока у меня не получится шарообразный такой вид нашего вязания. Получается такая вот красивая голова, при этом набиваем ее достаточно плотно, но не туго, то есть чтобы она не получилась, что очень тяжелая по сравнению, скажем так, с метлой. Она и так получится достаточно тяжелая, вот, но стараемся наполнять равномерно, чтобы вся голова получилась круглая, похожая на шарик. И вот эти грани, которые убавление и прибавление, они у нас будут менее заметные, если вы будете равномерно распределять во все стороны наполнитель. Вот так. В итоге после наполнения получается вот такой аккуратный маленький шарик. Теперь подтягиваем снова крайнюю петельку на крючок и закрываем вот это отверстие из 12 петелек 6 убавлениями. То есть попарно провязывая за передние полупетли убавления, как мы это делали, чередуя со столбиками. Только сейчас мы делаем это все, скажем, сразу. Первое убавление из следующих 2 петелек делаем второе убавление, поворачивая изделие. Вот так. Второе убавление сделали. Далее третье убавление. И так далее, пока не останется у нас по кругу 6 петель. То есть мы, получается, сделаем 6 убавлений из 12 петель и останется 6 петель в итоге, которые мы закроем с вами с помощью иголочки. Я всегда рекомендую закрывать итоговое отверстие из 6 петель иголочкой. Так будет аккуратнее стянуто и более удобно. Итак, вот сейчас 2, 4, 6. Я делаю последнее убавление. У меня сейчас связано 6 убавлений подряд.
И если у вас слишком здесь кажется, что пусто после убавления вот здесь, ну то есть проваливается сильно, можете здесь добавить наполнителя немножечко, тоже с помощью крючка, либо ножничек, буквально чуть-чуть вот сюда наполнителя. Затем отрезаем ниточку подлиннее, то есть хвостик оставляем максимально длиннее, для того, чтобы потом эту голову можно было пришить к нашей метле. То есть вот так получается, что мы будем пришивать вот сюда голову. И чтобы потом ниточку не делать присоединение лишний раз, я предлагаю вам ее сразу же оставить. И для того, чтобы стянуть вот это отверстие, нам также понадобится ниточку вдеть в иголочку. Оставила я хвостик, теперь беру, продеваю сквозь вот эту нашу рабочую петлю ниточку, стягиваю и беру, только лишь захватываю. Сейчас, чтобы наполнитель не вытаскивался, можете вот эти хвостики наполнителя отрезать, только аккуратно, чтобы ниточку не отрезали. Это для того, чтобы вам просто не стягивать наполнитель ниточкой. И теперь лишь только за передние полупетли захватываем вот эти ниточки и продеваем сквозь них хвостик нити. Я обычно продеваю не в каждую, а через одну, то есть для того, чтобы мне было потом в дальнейшем удобно стягивать. Вот так, через одну. Можно уже даже в крайнюю вот сюда петельку. Лишь только за передние полупетли, тогда они у нас закроют наше отверстие полностью. И теперь стягиваем вот так наши петли. Хорошо натягиваем. И в итоге получилась у нас закрытая часть без дырочки. Теперь я продеваю сквозь вязание вот этот хвостик, для того, чтобы мне его более максимально стянуть, вот этот краешек закрытия петель. Все здесь достаточно аккуратно и ровно получается. Вот я сейчас подтягиваю. И в итоге наша голова, поросеночка, готова. Хотите, можете ее сразу тут же, не вытаскивая иголочку с ниточки, пришить вот сюда к метле. В принципе, она будет пришиваться в уголок между туннеликом нашим, держачком и метлой. Вот, то, в принципе, можете любым удобным для вас способом пришить вот сюда голову. Можно, собрав полностью все детали, связав детали, пришить сначала голову, собрать, вот, а затем уже готовую голову пришить к метле. Тут уже вы сами решаете, что вы будете, что вам удобнее и как вы будете делать сборку игрушки. И теперь мы приступаем к вывязыванию деталей личика, ручек. Я предлагаю вам начать с ручек. Для этого берем нашу отрезанную ниточку, хвостик, и делаем начальную закрепительную петельку. Затем после этой петельки набираем просто обычным способом 10 воздушных петель цепочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И далее вот так вот, скажем, отметьте вот эту для себя, я обычно это делаю вот так пальчиком, последнюю петлю. И набираем 3 воздушные петельки дополнительно. 1, 2, 3. Теперь в эту петельку, получается, четвертую от крючка, которую отметили пальчиком, делаем соединительный столбик. Вот так. У нас получилась вот такая петелечка. Далее еще раз повторяем. 1, 2, 3 воздушные петли. И делаем соединительный столбик в эту же четвертую петлю. Вот так. У нас получилось некое такое вот расширение или сердечко, я бы даже сказала немножечко. И теперь соединительными столбиками, вводя в каждую петельку, обратными шажками идем к началу цепочки. Вот так вот. 1, 2 соединительный столбик, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 в последнюю петельку. Сделав вот такие соединительные столбики, мы получили лапку. Из вот таких двух лапок и состоят наши объятия венечка. Вот эти наши 3 воздушные петли послужили как бы таким вот лапкой, копытцем, которая есть у свиньи. Честно говоря, не знаю, как она правильно называется, но, в общем, вот такая у нас в итоге получилась ручка для свинки. Хотите, можете сделать ее короче. Здесь вот варьируется размер длины лапки с помощью вот этих изначальных воздушных петель. Последнюю петелечку вы отмечаете вот так вот ноготочком.
И делаете 3 воздушные петли. Один раз соединительным столбиком соединяете и второй раз. Получается такое вот сердечко на краешке. И в итоге вытаскиваем последнюю рабочую петлю по длине. Ну, где-то хвостик такой сантиметров, можно 10-13, там, как есть у вас, скажем, возможность из ниточек оставить, отрезать. Вот она, наша готовая лапка. Хотите, можете сделать одной длины, вторую, другую, вторую и второй длины. Но, скажем, я буду ориентироваться одну лапку вот так вот пришивать, вторую с верхней стороны. И, в принципе, они, я вам скажу, по длине занимают одинаковое расстояние. Итак, после того, как свяжете вторую лапку точно такую же, мы приступаем к пяточку. Пяточок у нас вяжется похоже на туловище, поэтому начинаем мы с кольцами гуруми вокруг двух или одного пальчика, как вам удобнее. Закрепительная петелька и набираем в колечко 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку на крючке, стягиваем колечко, чтобы не было дырочки. И теперь второй ряд у нас также очень похож на вязание туловища. В каждую петельку мы будем делать прибавление. Вывязывать 2 столбика без накида, начиная с первой вот этой петельки. Вводим крючок, я снова завязываю ниточку нашу по ходу вязания первого ряда, точнее уже второго ряда, то есть первого ряда прибавления. И вяжем первый столбик сюда и второй. Сделали прибавление в первую петельку, далее в следующую петлю вяжем первый столбик и сюда же второй. Сделали второе прибавление, далее снова 2 столбика в третью петельку, 2 столбика в четвертую, 2 столбика в пятую и 2 столбика в шестую петельку. Сделали по прибавлению в каждую петлю. И в конце второго ряда у нас получается провязано 12 столбиков без накида. Получился вот такой кружочек. Теперь в третьем ряду мы продолжим делать прибавление, чередуя столбик без накида и в каждую вторую петлю делать прибавление. То есть в первую петельку вяжем столбик без накида, во вторую петлю 2 столбика без накида. Это первый раз. Снова столбик в третью петлю, в четвертую петлю 2 столбика. Это второй раз прочередовали столбик прибавления. Так нам нужно сделать 6 раз. Столбик прибавления третий раз. Столбик прибавления четвертый раз. Столбик прибавления пятый раз. Столбик и в следующую петлю прибавления. И последний раз шестой столбик и прибавление в последнюю петлю. Так у нас по кругу получилось провязано 18 столбиков вместе с прибавлениями. Теперь нам нужно один ряд эти 18 столбиков без накида провязать просто в каждую петлю по столбику. То есть четвертый ряд мы просто закрепляем вот эти 18 столбиков без накида. Если вы хотите круглый такой красивый пятачок, то есть такой вот как шишечка или как булечка, то вы провязываете обычным способом 18 столбиков. Если вы хотите более выдвинутый пятачок, такой он более получается как квадратичный, то вы провязываете 18 столбиков только лишь за вот эти дальние стенки. То есть он будет более такой выдвинутый. Я бы сказала, даже немножечко похож на свинку Пеппу. Вот. И, в принципе, здесь решать вам. Я буду обычный вязать кругленький. Вы хотите, можете за дальнюю стеночку, хотите за обе стеночки наших петелек. Вот. И все. Просто уравниваем наше прибавление четвертым рядом в каждую петельку по одному столбику. И когда довязали 18 столбиков, в 19 или в первую петелечку следующего ряда делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку. Оставляем хвостик для пришивания. И с внутренней стороны вытаскиваем этот хвостик в эту же петельку, то есть для того, чтобы как бы замкнуть в круг. И вот этот хвостик, если вы связали, как и я, в первом ряду его, или же просто закрепите и отрезаем, то есть чтобы он нам не мешал в дальнейшем при пришивании пяточка к мордочке. То есть сейчас у нас осталась ниточка для пришивания, и все, деталька готова, и остается нам сделать самую вредную детальку. Я бы сказала, самая она тяжелая своей
мелкой, скажем, мелким вязанием. Это ушки. Для ушек мы берем снова же таки основную ниточку лозовую и делаем кольцо амигуруми. Колечко закрепляем и в кольцо набираем 4 столбика без накида. Как вы видите, меньшее вязание диаметром, из-за этого и сложность. 1, 2, 3 столбик и 4. Придерживаем крайнюю петлю на крючке и стягиваем колечко, чтобы не было дырочки. Теперь во втором ряду делаем прибавление в каждую петлю, то есть чтобы получилось 8 столбиков по кругу. Находим первую петельку. Я параллельно снова таки завязываю ниточку по ходу вязания и буду отсчитывать сразу же 8 столбиков. То есть первую петлю 2 столбика, первый и второй столбик сюда же. Во вторую петлю 2 столбика, получается по счету 3 и 4 столбик в одну петлю. Далее в третью петельку 5 и 6 столбик, 5 и 6 и в последнюю четвертую петельку 7 и 8 столбик. Это было сделать, как на мой взгляд, легко. Вот, и сейчас 8 столбиков по кругу. Теперь самое интересное начинается. С третьего ряда я вытаскиваю вот этот хвостик, чтобы он мне служил отметочкой начало-конец ряда. И ориентируясь на него, я буду сейчас чередовать 3 столбика без накида. В четвертую петлю буду делать прибавление. И так два раза. Вяжем в первую петлю первый столбик. Во вторую петлю второй столбик. И в третью петлю третий столбик. Четвертую петельку я делаю прибавление. Далее снова отсчитываю 3 столбика без накида. Вяжу в каждую петельку по столбику. Один в следующую петлю второй столбик и в следующую петлю третий столбик. А в последнюю петлю ряда, восьмую или четвертую от середины, я делаю прибавление. 2 столбика без накида, первый столбик и второй сюда же. В конце этого ряда добавилось 2 столбика. Соответственно, в конце третьего ряда мы имеем 10 столбиков по кругу. Маркер я здесь не переношу, не вытаскиваю, не обрезаю. То есть, в принципе, я ориентируюсь, самое главное, чтобы на уровне вот этой ниточки было начало-конец ряда. Далее, в четвертом ряду мы точно так же прочередуем, как сейчас. Делаем 2 прибавления, но уже между прибавлениями будет провязано 4 столбика. В первую петельку мы вяжем первый столбик. Вот так вот. Далее во вторую петельку второй столбик. Поворачиваем вязание удобным для нас способом. В третью петельку третий столбик. И в четвертую петельку четвертый столбик. Далее в пятую петлю над прибавлением предыдущего ряда мы вяжем также прибавление. 2 столбика без накида. Первый столбик и сюда же второй столбик. Далее поворачиваем удобным для себя способом снова вязание. И отсчитываем снова 4 столбика и в 5 столбик сделаем прибавление. Или 4 столбика и в 10 от начала ряда 10 петельку делаем прибавление. 3, 4. И далее прибавление. 2 столбика в 1 петлю. Довязали ряд и у нас добавилось 2 петли, соответственно в конце 4 ряда по окружности у нас 12 петель. Пока это не совсем понятно, но нам нужно это расширение для того, чтобы получить макушку ушка. И сейчас мы прочередуем в 5 ряду снова 3 столбика прибавления, а исходя из того, что у нас 12 петель, в каждую 4 петлю мы будем делать прибавление, то у нас добавится уже 3 петли и мы должны будем прочередовать так 3 раза. Один столбик без накида в первую петлю, второй столбик без накида во вторую петлю, третий столбик без накида в третью петлю. А далее делаем в четвертую петлю прибавление. 2 столбика без накида, первый столбик и сюда же второй столбик. Это первый раз. Далее снова 3 столбика чередуем. 1, в следующую петлю второй столбик и в следующую петлю третий столбик. В четвертую петлю делаем прибавление. Первый столбик и сюда же второй. Это второе прибавление. И далее третий раз 3 столбика прибавления. 1, 2, 3 и 2 столбика без накида в последнюю петлю ряда. У нас добавилось 3 петли, соответственно в конце ряда у нас 15 провязанных столбиков.
шестом ряду мы точно так же прочередуем, но увеличим на один столбик между прибавлениями. То есть будем чередовать 4 столбика без накида и делать прибавление. Первый столбик в первую петлю, далее второй столбик во вторую петлю, третий столбик в третью петлю и четвертый столбик в четвертую петлю. И далее над прибавлением предыдущего ряда делаем 2 столбика без накида. Это первый раз. Разворачиваем вязание и вяжем снова 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Делаем прибавление. Это второй раз. Прибавление — это 2 столбика без накида. Я не устаю повторять. И третий раз вяжем 4 столбика и в пятую петлю делаем прибавление. 1, 2, 3, 4. И в последнюю петлю ряда прибавление. Все, мы прибавление сделали, максимально расширив центр ушка. Нам шире он не нужен. Это ушко. Оно. Вот. И теперь, начиная с седьмого ряда, мы будем в аналогичном порядке, как мы только что прибавление делали последнее, точно так же и будем делать убавление. То есть в седьмом ряду нам нужно провязать 4 столбика и сделать убавление. Начинаем отсчитывать от первого столбика 4. 1, 2, далее 3 и 4 столбик. Убавление я предлагаю делать здесь любым способом, потому что, может быть, вам неудобно будет делать за передней стеночкой, но я буду так и делать, как делала на голове, максимально незаметное убавление. То есть за 2 передние полупетли захватываю, пропускаю сквозь них рабочую нить, а затем сквозь 2 петли на крючке второй раз пропускаю рабочую нить. Это первое убавление. Далее снова 4 столбика отсчитываем. 1, 2, 3. Поворачиваю вязание 4 и делаю второе убавление за передние полупетли. И далее последнее, третий раз, 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И делаю убавление. Третье убавление в ряду. Тем самым убавили мы 3 петельки. И в конце этого ряда, получается, остается у нас наши 12 столбиков без накида. И снова я ориентируюсь на вот эту ниточку. Это конец ряда. Далее, в восьмом ряду мы будем чередовать 3 столбика без накида и делать убавление. Отсчитываем от первой петли 3 столбика. 1, 2, 3. И делаем первое убавление. За передние полупетли я так и продолжаю делать. Это первое убавление мы сделали. Далее снова 3 столбика. 1, 2, 3. И делаем второе убавление в ряду. Захватываем передние полупетельки. Сквозь них пропускаем рабочую петлю. Ниточку делаем. Вот так вот пропускаем. И снова сквозь 2 петельки, оставшиеся на крючке, пропускаем рабочую нить. И третий раз 3 столбика. 1, 2, 3. И делаем последнее, третье убавление в этом ряду. В конце ряда мы убавили 3 петли, соответственно, по кругу получается у нас провязанных, точнее как, получается в предыдущем ряду, в седьмом, было 15, не, простите, не 12, а 15. После трех чередования столбиков с убавлениями теперь у нас осталось 12 по кругу. И последний ряд с убавлениями, это мы будем чередовать 2 столбика и делать убавление. Один столбик в первую петлю, второй столбик во вторую петлю и делаем первое убавление. Захватываем за передние полупетельки 2 следующие петли, пропускаем сквозь них рабочую петлю, делаем и сквозь 2 петли пропускаем нить второй раз. Далее снова столбик первый, следующую петлю столбик второй и делаем второе убавление. За 2 полупетли рабочая ниточка 1 и сквозь 2 петли оставшаяся рабочая ниточка 2. И последний, третий раз, это столбик, столбик и убавление. За 2 передние полупетельки пропускаем 2 раза рабочую нить. Вот так. Первый раз и второй раз. Все, теперь отрезаем ниточку, максимально хвостик по длине. У меня он уже остался вот так вот.
Я его ничего не отрезаю. И теперь на изнаночной стороне вытаскиваем на внутреннюю сторону, как бы вот так вот повернув нашу ниточку. Можно делать соединительный столбик, можно сразу же вытаскивать рабочую нить вот таким вот образом. Все, теперь немножечко выгинаем ушко, отрезаем ту ниточку, которая служила нам отметочкой. Я уже ее убрала для удобства, чтобы мне было удобно вязать. И нам остается лишь только связать второе ушко, чтобы была пара. Все, наши детальки полностью все связаны, нам остается лишь только шить их между собой. Для тех, кто хочет кружки возле глаз беленькие связать, то вам нужно начать с кольца амигуруми и связать в него. Мы вязали для вязания туловища 6 столбиков без накида, для вязания ушка вначале мы вязали 4 столбика, а для глаза, для кружочков маленьких, нужно связать 7 столбиков и соединить первый столбик в соединительную петлю. Вот, таким образом у вас получится вокруг глазок вот такие белые кружки, которых нужно связать 2 штучки. Я этого делать не буду, это я так просто проговорила для тех, кто хочет сделать именно белые кружки. У меня будут просто пришиваться глазки бусины. Убираем крючок, и теперь нашим рабочим инструментом является игла. Мы прикладываем наш носик к голове, где бы вы хотели, чтобы он располагался, и начинаем такими небольшими стежками пришивать к голове носик. Я пришиваю обычно против часовой стрелки, вот так захватываем за любые петельки, которые вам нравятся, и против часовой стрелки по ходу, скажем, того, как ложатся вот эти наши петельки вязания, мы начинаем прошивать вот так. Немножечко это будет сложно и непривычно, возможно, для тех, кто первый раз сшивает игрушечки. Но вот такими самыми-самыми легкими стежками я буду пришивать вот это наше, ну, пятачок условный. Вот. И чтобы он немножечко держал форму, я в него положу наполнитель. Буквально, как вы видите, совсем грамульку, но это для того, чтобы он такой был более выпуклый и красивый. При пришивании старайтесь так, чтобы равномерно у вас получалось. Хотите, можете использовать швейные булавочки. Вот, сначала закрепив детали на голове, а затем их уже пришивать непосредственно, когда они закреплены. Я уже пришиваю просто вот таким вот образом, ничего не закрепляя, как вы видите. И все. Сейчас я дойду до нужного мне момента, оставив где-то здесь вот сантиметр, можно чуть меньше. И засуну сюда наполнитель под носик. В принципе, можно это сделать и сейчас, но смотрите, чтобы при пришивании наполнитель не торчал по краям. Потому что вы, когда будете сшивать, если он зашьется, его потом тяжело будет вытащить, но при этом будут слишком, в общем, блестящие быть края. И вот теперь я засунул наполнитель, придав пятачку небольшой объем. Продолжаю делать сшивание до тех пор, пока не закончатся полностью все петельки. Пришиваем носик, теперь вдеваем ниточку в иголочку с нашего ушка и присоединяем, где бы у нас оно располагалось. Я обычно располагаю от верхушечки на 2-3 ряда вниз, можно даже чуть выше. Вот. И сейчас точно такими же стежками, как я делала до этого, равномерно распределяю петельки ушка к голове. То есть вот так я пришиваю наметочными стежками, самыми удобными для себя. Нахожу приблизительно на равном расстоянии петельки. Вот так. И за какую-то их определенную частичку, то есть, допустим, есть верхние, нижние части петли. Вот. И я захватываю равномерно вот так вот стежочками вокруг, вокруг, вокруг. По желанию можно, пришивая ушко, вытащить иголочку вот здесь вот в уголке вот этого ушка и пришить вот таким вот образом, чтобы ушко было нагнутое. Так, в принципе, свинка тоже выглядит достаточно интересно. Вот, можно пришить вот таким вот образом ушки присогнутые, а можно именно согнутые пришить. Я, пожалуй, сейчас попробую согнутые пришить, мне так даже очень нравится. Вот, и второе ушко на равном расстоянии точно так же пришиваем наметочными стежками. И точно так же его можно по желанию загнуть. Вот так.
Мордочка пришита, ушки пришиты, и теперь берем, присоединяем голову к метле, то есть вот таким вот образом, чтобы она была в уголку. Вот, я сначала пропускаю сквозь вот так вот метлу ниточку, а затем пришиваю такими же наметочными стежками, как и ранее я делала и как показывала вам на мордочке и на ушках. Вот так. То есть я сначала как бы закрепила голову, а затем такими же стежками вот буду пришивать с боковых сторон. Максимально близко надо, чтобы было расположено, скажем, голова к метле. И вот так вот начинаю тайными стежками присоединять голову потуже. После того, как голова пришита, пришиваем лапку. Вот так отправляем часть лапки на заднюю сторону и на переднюю сторону лапку вот так вот привысовывая. Точно так же можете сквозь даже саму лапку такими вот какими-нибудь стежками вперед иголочкой. Вот этот хвостик прячете коротенький на внутреннюю сторону, чтобы он не был виден. И вторую лапку точно так же сверху. Она, конечно, кажется изогнутая вниз. Вот, но вот так вот ее тоже пришиваете. Это для того, чтобы свинка как бы обнимала веник. Вот так вот. И с задней стороны, конечно же, это все оформляете тоже максимально аккуратно. Вот, потому что, скажем, игрушечка может повернуться на елочке. И чтобы не видно было вот этих вот некрасивых недостатков вашего изделия. После того, как пришили все детальки поросеночка, теперь нам остается лишь только пришить глазки-бусинки. Для этого мне понадобится иголочка немножечко поменьше размером. И, соответственно, ниточку, как вы видите, я поделила на несколько, скажем, ну буквально пару ниточек взяла из цвета основного, которым вязала. Вот так мы пришиваем глазки. Если вы делали белые кружочки, то сначала пришиваем белые кружочки, а затем уже на них глазки. Но это уже по желанию. Можете сделать утяжки, можете сделать какие-то свои, скажем, ну, в общем, на свой вкус, в принципе, пришить реснички. То есть, в принципе, здесь уже все зависит, дело вкуса. Далее украшаем поросеночка на свое усмотрение. Это может быть новогодняя елочка какая-то пришитая. Это может быть различные декорированные, пластиковые, деревянные различные бусинки, пуговички и так далее. В общем, украшаем на свой вкус, пришиваем глазки. Всем хорошего настроения. Надеюсь, что у вас все получилось. Не забудьте лайкнуть. С наступающим Новым годом. Пока-пока.